Незаконная посылка из Курска не дошла до адресатов. В Кольском районе полицейские задержали мужчину с большим рюкзаком. Мужчина сошел с поезда на станции Кола. Он выглядел как обычный турист, но полицейские знали, что в большом рюкзаке у него есть кое-что поинтереснее туристических вещей. При себе что-нибудь запрещенное к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации? Да. Несколько крупных пакетов с подозрительным веществом полицейские отправили на экспертизу. Как выяснилось, из Курска мужчина привез марихуану. Объем серьезный – 10,5 килограммов. Задержанный, ранее судимый житель города Курска пояснил оперативникам, что прибыл в Мурманскую область с целью сбыта наркотических средств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Сейчас подозреваемый находится под арестом. За доставку партии наркотиков ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Анастасия Степанова, ТВ-21.